Всем привет! Сегодня у нас с вами 8 сентября, и сейчас я буду смотреть испытания 7 сентября. Да, 7 же? Да, вроде все. Да, 7 сентября. Сейчас посмотрю испытания. Так, испытания дня. Так, у меня в испытании дня рейтинг, ну, скажем так, ну, такой вот... Очень плохой, я бы сказал бы. Ну, зато вот доджи я... Неплохо, да? Да, ему получилось, это неплохо. Доджо. Хотя, мне кажется, это доджо, вот это вот, конечно, полный кринж, если я поставлю. Буду оценивать как 60 баллов, я оценю его как 50 баллов. Но все же, 50 баллов это тоже очень много для доджо. Получается, у меня 49-48. 38, 18 баллов у меня. Неплохо. Так, Локлер Эйрилиан. Так, он нет в топе здесь? Да. Найдем его, Локлер Эйрилиан. Я не знаю, где он находится. Ладно. Нет, я начали все-таки Локлер Эйрилиан. Я вспомнил, что надо вот сюда заходить, да? Давайте посмотрим вот здесь, вот, самое первое. Да, и он здесь есть, отлично. Локлер Эйрилиан. Испытание дня прошло очень хорошо. В принципе, это раз 60, 59, 58, 57, 54, 44, 24 балла. Неплохо. Ой, я Инара случайно написал. 24 балла. И плюс доджо, очень хорошая доджо, причем результат. 50, 49, 48, 28, плюс 28. Ну, неплохие результаты, в принципе. Но доджо, конечно, было очень легкое, так что... Но, в принципе, можно очень легко было пройти и получить баллы, в общем-то. Так, следующий у нас Ейнар. Так, о, доджи топ-10, отлично, 40 баллов. Все 40? Нет, по-моему, 41 даже. Неплохо, неплохо. Так, и все, Илья. 61, 42. Доджи, конечно, плохо пройдено у Ильи. Знаю его скилл. Ну и Лен тоже плоховато. Итого в сумме 49, ну 9 баллов, в общем-то. Вот. Вот очень хорошо, прям, очень хорошо, прям, Фанни PSV постарался, потому что там он сделал прям выр в этом испытании дня. То есть вот. Он сделал выр, это очень отлично, прям шикарно. Я даже за испытание дня могу поставить смело 80 баллов. Ой, у меня чуть телефон не упал. Так. Я смогу Фанни PSV поставить смело 80 баллов. За выр. В испытание дня. Ну и плюс 15 баллов за доджем. Ой, 15-16, да, вроде бы. Данкос, Егор, Хос, ДНЛ. Кажись, опять будет все плохо. Да, мне кажется, можно уже не смотреть. Ну вот Данкос, что тут? Ну, такие, так себе результаты. Егора вообще не проходил. Ну и Хос, ДНЛ остался. Вот почему он у меня нет в друзьях, так проще было бы. Вот Данкос есть, а хоть Данелла нету. Так, когда он последний раз вообще топ-10 включал? Так, испытание недели.
на рандом какой-то, вот этот, допустим, возьмем. О, хаскрепро нашли. Так, а вот он был. Так. Ну, вот слабый результат у него. Это 0 баллов. Егор 0 баллов. Точнее, Егор минус. А тут Коч 0 баллов. Отлично. Ну и того, по результатам у нас я получил 18 баллов. Логлер Эйрилен получил 24 балла плюс 28. Ой. Логлер Эйрилен 24 плюс 28. Итого 52 балла. Инар 41 балл. Илья 9 баллов. Фанни Писви вообще красавчик. Опять же 96 баллов получил. Вообще красавчик. Прям за испытание дня прям так. Сейчас еще раз даже посмотрю. Прям испытание дня так прям вообще хорошо вот прошел. Я, кстати, решил вот за вот это вот первое место, ну, там, из-за дистанции, из-за скорости, да, первое место я буду вознаграждать еще больше очков. Вот у Фанни Писви первое место, поэтому он получает столько, куча очков за испытание дня, ну, и немножко за доджем. Нкоса 0, Горы Прочерк и Хозенел 0. Ну что могу сказать, вот на данный момент, да, очень хорошо постараться Логлер Эйрилен, потому что, кажется, он уже, сейчас даже посчитаем итоги, так сказать. Ну да, я уже вижу, что Логлер Эйрилен итог 32-52, 259-52, 311. А Фанни Писви 237 плюс 96. Так, 337, 333. У него красивое число такое, 333, прям шикарно. Он топ-1 получается. Логлер Эйрилен, расстояние от Фанни Писви целых 22 очка. У Инара получается, ой, 45 215. Ну и у меня всего лишь 53. Ну, так вот. То есть, вот у Логлер Эйрилен и Фанни Писви почти одинаковые результаты. Фанни Писви, кстати, он вначале отставал от Логлер Эйрилен, там, несколько вообще баллов, где-то на 50. А потом резко за испытание дня получил 80, так экстрим 16. Сумма 96, и того прям гениально обогнал его. Ну да, у него бесспорно прям 80 баллов за это испытание, прям бесспорно. Ну в принципе, почему все-таки 80, типа, если Фанни Писви подумает, что это мало, то нет, на самом деле это не мало. Потому что сам Лэнд там никаких там трюков не, ну, не пришлось таких сложных делать. Да и сам Лэнд в принципе проходит за 14 секунд. Так что не вижу смысла там давать около 100 баллов, потому что 14 секунд это вообще мало. Ну вот и Ник Певичу-то, сейчас посмотрю, он сначала проходил или в коп. Ну если Ник Певичу в коп проходил, в принципе, то... Ну, у него так себе вип, значит, тянет.
у них пиви, сейчас посмотрим. Не могу понять, он здесь еще есть? Данкос... А, он соло проходил, да, наверное? Ну-ка, еще раз. Да, он соло проходил, гениально. Ну да, заслуженно, в принципе, это... Бриллиант у него будет. Конечно, у них перерыв дольше как-то слабенько. Ну как сказать слабенько, типа это топ-3. Но если сравнивать то, что, допустим, вот даже у топ-2 нет випа, и он его обогнал, то это слабенький результат, потому что вот они, видишь, дали вип за доджи именно. Вот, то есть у него слабый результат, в отличие от топ-2, потому что топ-2 его обогнал, хоть его и нет вип-статуса. То есть Никиви как-то слабо сыграл в этом испытании, потому что, ну вот. Жаль, что сейчас как-то не выдают, особенно, ну, VIP-статус не выдают почему-то Ubisoft. Потому что вот, пошли бы VIP-статус, там RGB, а нет, они получили. Вот этот человек получил, вот тот прям достоин VIP-статуса, как так же, как и FunnyPSV. Ну, конечно же, FunnyPSV чуточку побольше достоин VIP-статуса, потому что... Ой. Потому что он вообще... делают там мировые рекорды во всех испытаниях. Вот, допустим, вот Land Speed. Именно вот данная комната, он сделал мировой рекорд по ней. То есть именно данная структура там препятствий всяких там, он сделал мировой рекорд по этой комнате, в общем-то. А Канека Флорал, ну блин. Я не знаю, почему он что-то делает еще в топе. Ну да, скорее всего, Ubisoft никого не могут забанить, потому что они уже нафиг забросили Rayman Legends. Они получают, скорее всего, VIP-статус, еще можно, скорее всего, получить, скорее всего, до 1 октября можно получить VIP-статус, наверное, потому что PS3 принесли закрытие серверов на PS3 до 1 октября, то есть Ubisoft еще будет, типа, присутствовать в Rayman Legends, смотреть результаты до 1 октября, в общем-то. То есть еще можно получить VIP, еще есть шанс на VIP. Так что у FunnyPSV еще есть все шансы на VIP-статус. Жаль, конечно, что нет такой кнопочки, типа бан Канека Флорал, да, что пожаловаться на игрока. И когда будет много жалоб, то его забанят. Типа, я понимаю, что его уже выкинули, так сказать, из комьюнити Реймана, но все же, типа... Сколько жалоб на его аккаунт не отправляю, он все равно будет показываться в топе. То есть, если даже отправить на него жалобы, он все равно будет топ-1. Жалобы топ-1 все равно, типа, мешает вообще. Допустим, то здесь топ-11, не вообще жаль их. Топ-11 в этом испытании из-за вот этого вот дурацкого Канека Флорал вообще, прям вот этого вот игрока. Он, типа, прям абсолютно все испытания проходят с помощью Пауз Клича. То есть нет ни одного испытания, где он не юзал Пауз Клич. Именно прям все испытания. Мне интересно, как он на самом деле играет. Ну, ой. Мне интересно, как он играет на самом деле. Ладно, сейчас дождемся сейчас дождемся испытания. Наверное, там будет, скорее всего, Pizza Distance, да, какой-нибудь, опять же. Я угадал! Реально Pizza Distance. Ну,
чему радоваться, конечно, не вижу смысла. Почему так часто pit distance именно в испытании дня? Я не могу понять. Такой кринж, конечно. Так, два игрока поучаствовали уже. Неплохие результаты они сделали. Ухо, уже как резко сразу. Игроки поучаствовали в этом испытании. Блин, почему нельзя заменить, допустим, этот pit distance? Ну вот как? Он в который раз уже попадается за эту неделю. То есть, смотрите, он целый, не знаю, несколько месяцев вообще ни разу нигде не попадался. Потом в сентябре, как понесло этот pit distance, то все сразу. Я даже посчитал, сколько за этот месяц было pit distance. Так. Хотя нет, тут... нет, не так все и плохо, конечно, с pit distance, потому что он был всего лишь там 1 сентября и 3 сентября, то есть не прям что, то все равно что он не через день попадается, все равно как-то. Я, конечно, пройду там сейчас. Блин, не могу. Я хочу сделать хотя бы 30 метров в этом испытании. Сейчас попробую. Может тактика, как другие игроки делают? Ой, да блин. Может тактика попробовать, как другие игроки делают? Сейчас попробую. Так, нет, слабо будет. Ну, нет, это все же не так себе результат. Ой. У меня Реймон не служился, я не виноват в этом. Да блин, я не виноват. Я не знаю, почему он отпускает кнопку крестика. Я не понимаю, почему он отпускает кнопку крестика. Реймон. Блин, это так сложно делать 30 метров. Нет. Ну это же не 30 метров. Блин, 30 метров как будто реально невозможно сделать. Ну хоть так пусть будет. Неплохо прошли испытания, так сказать. Еще один синий рейтинг будет. Ну, неплохо. Кто еще кто-то с читами проходил это испытание? Нет, никто. Ладно. Миша мог и попробовать. Как-то вот так еще пройти. Ну ладно. Ну, в принципе, это все, что я хотел сказать. Всем спасибо за просмотр и всем пока.